Доброе утро. У меня утро, и я готова, одела свою сумочку, готова ехать на прививку. Ощущения расскажу позже. Пока, как говорится, надо сделать то, что запланировано. Немножко волнуюсь, естественно, но решение уже приняла, несмотря на то, что читаю ваши комментарии, вы там, естественно, отговариваете и советуете хорошие советы, за мою разлетайку волнуетесь. Я ее, конечно, сдам, но просто сейчас не принимает обратно товар до конца января. Поэтому полетаю перед вами. Прям еду как на операцию. Надела еще сверху свитер, курточку свою, легкую, кольца. И настраиваю себя позитивно. Приехала. Здесь что-то весь паркинг-лот занят. Это другое здание, не там, где я работаю. Но в первую очередь вот делают прививки, видимо. Ой. Здесь, где старички уже в основном лежачие. Поэтому пошла я на разведку. Конечно, очередь. Очередь. Вручили, короче, всем бумажки заполнить. Все побежали. У меня даже ручки нет. Я же с новой сумкой. Не с рабочей. У меня ручки нет. Блин. Искала я ручку, не нашла в машине. Иду обратно, потому что девчонки сказали, что ручки раздавать начали, как только мы отошли. Все прошло весело и празднично. В основном были, ну, медсестры, моя врач, ну, наша врач общая. И, в общем-то, ну, немного людей, но заняло 45 минут. Через 3 недели будет повтор. Через 3 недели. Будем надеяться на лучшее. Еду домой обрадовать Дэниела, что я прошла эту процедуру. Ощущение обычное, как от прививки. Легкое такое, знаете, разливание лекарства под кожей. Все. Новый год с новой жизнью. Мы его победим. Я уже сказала, да, через 3 недели повтор. Наверное, сейчас будут это постоянно ставить прививки. Ну а что делать? Ничего не сделаешь. Поскакала домой. Мама, Хиро! I'm Hiro! Why are you Hiro? Because I did... shots! Закусывает. What do you mean you took shots? I got shots from COVID. Yeah, but you didn't read the news? What? What? Now late? All the people that are taking the shot from COVID are getting swollen face and swollen eyes and all. Thank you, Daniel. Опухшее говорит лицо у всех в новостях после. You happy for me? I'm glad. Now you should be protected. Okay. Будешь защищена. Переодевшись, другой свитерок. Мы поедем с Данилкой за продуктами. Ну так хочет он. Так хочет. Я бы
считаю, что у нас продуктов много. Достаточно для двоих, но он хочет санскрабы.